кто ответит за разбитые фары и помятый бампер? И до того, как он не будет оформлен, вы не имеете права эвакуировать автомобиль. Почему сотрудники ГИБДД и эвакуаторщики нарушают закон не меньше автолюбителей? Сегодня не нарушать закон в части парковки в Калининграде, а летом в прибрежных городах нереально. Когда депутаты задумаются о жителях города, парковки в Калининграде не найти днем с огнем. Вам не нужно брать дополнительный состав, вам нужно упростить процедурку немного. Это же не от нас зависит. И почему автолюбители-штрафники по 5 часов стоят в очередях за своими авто? И от кого же все-таки это зависит? Смотрите в следующую среду в 20:30 новый спецрепортаж «Убрать за 60 секунд».